Всем привет! Сегодня Розенмонтаг и в Германии карнавал, особенно, конечно, в южных землях. Это канал Das Erste, и по нему транслируют карнавальное шествие, которое происходит в Майнце. Ну, я, конечно, не буду вам все его показывать, и оно уже началось не 5 минут назад. В этом шествии участвует много костюмированных, примерно как эти люди, групп. Прошел, например, рыцарский клуб, а это клуб, относящийся к каким-то таким эпохам, наверное, потому что тут костюмы отличаются. Кто-то был в гусарских костюмах, на игрушечных лошадках, оркестры идут. Все выглядит очень пестро и весело, ну, как и подобает карнавалу, собственно говоря. Но и те, кто пришел как зрители, тоже, как видите, активное участие принимают своим внешним видом. Да, какая-то платформа интересная, что есть, потому что это...